ПТУ уйдут в историю. Профтехучилища ликвидируют как самостоятельное звено образования. В их судьбе жирную точку поставил новый закон, который вступит в силу 1 сентября. Сейчас на территории Оренбуржья действуют 24 профессиональных училища и учат почти 14 тысяч ребят. После объявленного нововведения среди преподавательского состава начались волнения. Учителя задаются вопросом, что будет с коллективом, учениками, да и в целом с рабочими кадрами. Анастасия Шахмуть изучала вопросы. Профессиональное училище 37. Обычное, как в народе называют, ПТУшка. Готовит специалистов строительного профиля. Ребята приходят сюда учиться после 9 класса. Готовим мы по профессиям сварщик. Две группы у нас выпускается. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Токарь-универсал и мастер отделочных строительных работ. Профессии нужны. Рынок вакансий просто пестрит запросами на рабочих начального звена. Вот сейчас вопрос самым острым образом встал. По всем предприятиям Оренбургской области нужны молодые квалифицированные кадры. Хочет, чтобы услышали родители. С юристами опять с этими, с экономистами. Ну забито все. Директора училищ говорят, что и дальше готовы бы учить молодежь трудиться, но принятый закон поставил их в иные рамки. Например, 37-е училище по предварительному проекту присоединят к гуманитарно-техническому техникуму. В целом схема оптимизации пока неизвестна, ее должны подготовить до конца апреля. О том, что воссоединение будет непростым, уже сейчас заявляет министр Вячеслав Лабузов. Закон, как и любой, наверное, другой документ, достаточно противоречив. С одной стороны, он позволяет обучающимся перейти на новую ступень среднего профессионального образования. С другой стороны, и это тоже, наверное, надо понимать, контингент ребят, которые учатся в учреждениях начального профессионального образования, во многом вызывает определенные вопросы со стороны самих образовательных учреждений, правоохранительных органов. Немаловажно и то, что оптимизация несет с собой сокращение кадров. Анастасия Шахмуть, Олег Штылер, Ориен ТВ. Что будет с учителями, с оренбургскими ПТУ в целом и о чем сожалеет министр? Подробнее расскажем и покажем завтра в программе «Резонанс» в 18:30.